Ребята, всем здравствуйте. Моменты, конечно, такие душевные проскакивают. Еду сейчас в МФЦ, сделку с недвижимостью оформить. И на повороте бабушка идет, рукой машет, а у меня машина под такси расклеена. Я останавливаюсь, она говорит, типа, здравствуй, сынок, не подвезешь меня, пожалуйста, до института? Ну, я говорю, да, садитесь, она. Присел в машину, едем, и на поближе туда, я говорю, а вам куда? Она говорит, в Миксберкассе. Я говорю, а я думаю, опаздываю, но думаю, там минута две-три, роли не сыграют. Я говорю, ладно, успею, я сейчас вас подвезу. И я туда сворачиваю, ну там где-то плюс-минус полтора километра разницы. Я подворачиваю, останавливаюсь. Она говорит, вот, храни тебя Бог. Спасибо тебе большое. Я говорю, да, всего хорошего, типа, все, занимайтесь. Она раз из кошелечка 500 рублей достает, вот так, старенького такого, мне их вот так вот дает. Я говорю, не-не-не-не-не, не надо ничего. Идите, говорю, занимайтесь своими делами. Я говорю, я тоже вот немножко опаздываю, поеду по своим. Она говорит, может, когда-нибудь в следующий раз. Вот это ж твоя работа, сынок. И начинает плакать, возьми, пожалуйста. Я ей говорю, нет, не буду брать. Я отдаю ей обратно 500 рублей. Ну, точнее, руку ее убираю в сторону. Ну все, она выходит из машины. Встала, повернулась, и машина мне перекрестила. А у самой глаза вот слезами налились. Такие-то вот, как вот, аж, вот, ну, я даже не знаю. То есть она даже обиделась на меня за то, что я не взял. Она говорит, это же работа твоя. Вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал, ребята, ставьте лайки. Байки таксистов.